Нередко после того, как лечение онкологии по тем или иным причинам оказывается нерезультативным, человек остается один на один со своей проблемой. Родственники такого больного тоже часто не знают, как повысить качество его жизни, как помочь ему справиться со страхами и облегчить боль. А ведь люди, страдающие онкологическими заболеваниями четвертой стадии, нуждаются в особом уходе. Это медицинская, психологическая и социальная помощь. Поэтому с 1 мая в 7-м онкологическом отделении паллиативной помощи открыт кабинет, куда могут обратиться все, кому выставлен неутешительный диагноз. Взять под опеку – именно так называют медработники процедуру постановки на учет. Документы, которые для этого необходимы – направление от врача, заключение онколога, выписка из больницы или поликлиники. В последнее время необходим еще и ПЦР-тест. Вот у нас такие карты есть, мы заводим, сюда мы вклеиваем все наши направления и дальше мы наблюдаем пациентов. Учет онкологических больных работает не только по Могилеву, но и принимает на учет всех жителей области. Здесь лично или по телефону можно получить консультацию врача. Также у нас круглосуточно работает бригада. Если у кого-то какие-то вопросы возникают, то они могут к нам обратиться и получить консультацию у дежурного фельдшера. Около сотни пациентов сейчас стоят на учете. Все они разделены на 6 условных групп в зависимости от тяжести состояния. В день поступления пациента к нему на дом сразу выезжает доктор, проводит осмотр и составляет план наблюдения. У нас работают 2 помощника врача. И они уже согласно группе наблюдения смотрят его, ходят на дом к ним и смотрят их. Работа их заключается в том, что они приходят, смотрят, правильно ли они выполняют назначение врача и оказывают им помощь в тех же перевязках, если нужны, обучают родственникам ухода на дому. То есть мы уже тогда с пациентом практически 24 часа на связи. Выездная служба Могилевской области работает с 2008 года. Работаем сутки 24 часа. В дневное время наших пациентов обслуживает поликлиника. Это с 8 утра и до 20:00. И с 20:00 и до 8 утра в ночное время обслуживает дежурный фельдшер. Всего около 15 вызовов за ночь получается. На выездной службе, значит, всего у нас 5 фельдшеров, старшая медицинская сестра. Значит, выходные и праздничные дни у нас работает 2 фельдшера, значит, 2 выездные бригады. И 2 фельдшера обслуживают, ну, получается, Могилев и Могилевскую область. Основные пациенты кабинета в возрасте от 45 лет и старше. Заболевания разные. Рак головного мозга, желудка, пищевода, печени. Чаще всего. Привязываемся, и я могу сказать, что, как бы это странно ни звучало, но своих пациентов я люблю. Снять боль – это первое и самое главное в работе выездной патронажной службы. Поэтому в аптечке фельдшера в основном наркотические и обезболивающие препараты. Морфин – обезболивающий препарат. Бупронал – обезболивающий препарат. Также еще есть дополнительные препараты, такие как анальгин, дексаметазон, папаверин. И димедрол, кетарол и метоклопрамид противорвотное. Также салфеточки, шприцы и перчатки. Организация паллиативной помощи на дому – одно из важных направлений работы бригад патронажной помощи. Фактически, это больница на дому. Ведь именно дома, как известно, даже стены помогают. А выездная патронажная служба помогает жить дольше и, главное, без боли.